находясь вот спустя уже 2 часа после роддома, это обалдеть, это такое счастье на самом деле. Я даже не ожидал, что такое с Настиным животиком может прям вылезти такое вот чудо маленькое. You out to sea, or you can either choose to swim or surround yourself with water and let it take you in. If there's something that you wanna know, if there's something, show me where to go, if there's something that you wanna know, if there's something, show me where to go, myself to you, I will give myself to you. А потом полноценно жили, гуляли, работали, все делали полноценно, там, до последнего срока. 7 мая это был первый толчок, первое шевеление, когда я поняла, что все, там мои ножки, ручки шевелятся. 7 мая. Ну, как сказать, узнали-то мы достаточно рано об этом. Мы как бы ждали этого момента, и надо отдать должное, что Максим и Настя, они, в общем-то, в тот момент, когда, скажем так, было понятно о том, что будет будущий ребенок, они нас известили. С рождением Максима прошло столько времени, так далеко шагнула техника, что можно просто это увидеть, этого ребенка в утробе матери. Это настолько вот, это вот шок какой-то. Вот, то есть, вот, все это волнительно, смотреть, как там твоя внучка или как, допустим, ребеночек, ну, как ребеночек, да, тут уже вопрос-то внучка, не внучка, какая разница, вот, как ребеночек развивается, да, там, какая она там, какие у нее, ну, я не знаю, там, как она там шевелится, как она там ворочается, как, наверное, она там просто ручкой машет. Ну, и мы когда приехали на УЗИ, я думал сначала, что будет парень, потому что, как бы, девочка ходила там, гадалка, например, сказали, что будет парень, я его называл Захар уже, потому что мне нравилось это имя, да, как и узнал, что это девочка, я на самом деле был в шоке, да, я был безумно рад, больше, чем парень на самом деле, потому что девочка, я считаю, что это вообще счастье, потому что девочка маленькая, с ней можно играться, можно целовать, можно любить ее, с парнем надо просто пожестче быть на самом деле. Муж мой, конечно, издевался надо мной, просыпался утром, говорил: «Доброе утро, Захарушка! Спокойной ночи, Захарушка!» И ехали мы почему-то 100% уверены, что сейчас скажут, что это будет мальчик. Вот. Но подсознание Максима было всегда, что, оказывается, он мечтал всю жизнь о дочери. И тот момент, когда нас спросили, хотим узнать пол, мы сказали «да», я прижала и думала, что «да, сейчас скажут, будет мальчик». И когда она сказала «девочка», бедная я, кушетка чуть не упала. А мой Максим, который жесткий характером, пролил слезы, и это слезы были счастьем, потому что его мечта сбылась, это было очень круто. Видать, это вот как будто бы я обратно, ну, свернулась в беременность, но тут, конечно, когда мы
позвонила и сказала, я пошла, мне вот это не передать. Это вот как будто бы я иду и я повторно прохожу эти все испытания. Представляю, на самом деле, сегодня, когда шла сюда, представляла, что я буду приходить, она будет бежать ко мне, буду все время с подарочком приходить. Ну, я просто же не могу, она такая уже, я просто люблю ее. Вот я не могу ничего сказать. Правда. Буду баловать, как смогу. Как только сможешь, как только смогу. Да? Как своих буду, которых у меня еще нет. Я буду сначала ее баловать до определенного возраста, а потом буду с ней строго. Я думаю, лет до семи. Когда мне приехали, они сказали, вот там вот уже подъехали, быстрее спускайся. Естественно, я бежала, у меня чуть сердце не выскочило. Я подошла и отчасти заплакала. Дорогая моя доченька, мы тебя очень долго ждали. Мы тебя любили, мне кажется, уже давно, всю жизнь, и мы передаем тебе эту любовь. Я хочу, чтобы ты была такой же мамой, счастливой. Я хочу, чтобы ты от нас сделала все самое лучшее. А мы с папой постараемся дать тебе самое лучшее. Мы тебя любим очень. Спасибо. Пожалуйста. Я хочу, чтобы она была умницей, красавицей и, самое главное, счастливой девушкой по жизни, ну, что все хорошо было. И мне кажется, самое главное, что обязательно не... Вела себя хорошо, мама. Слушалась, мама спокойно. Да, это обязательно. Да? Ну все, спасибо. Большой любви, счастья, благополучия. Я благословляю нашу Миланочку на благополучие, на счастье, на здравие, на успех, на удачу. Ну, конечно, мы желаем в первую очередь своей внучке, чтобы она, естественно, была здоровая. Потому что в наше время здоровье – это большой дефицит в плане того, что, ну вот, нет здоровья сейчас у молодежи. Поэтому самое главное, конечно, здоровье. Конечно, чтобы девочка, скажем так, ну, была, естественно, радостная, была, скажем так, любознательная, чтобы была какая-то у девочки в жизни целена, к этому стремилась. Мы, естественно, будем как бы помогать растить этого ребенка, нашу внучку долгожданную, чтобы просто в этой жизни она нашла свое место, чтобы ей было комфортно в этой жизни, чтобы она, в общем-то, была довольна этой жизнью, чтобы все у нее было хорошо. Бабушка, даже непривычно бабушка, но я так больше не буду бабушкой называть, так иногда, вот. Там бабушка, даже смешно. Дочь, Миланочка моя, любимая, не желаю, чтобы у тебя будущий муж был такой же, как твой папа. Потому что это ужас, что пережила твоя мама за этот период времени, сколько мы с ней вместе. Я желаю тебе только самого лучшего. У тебя будет в дальнейшем все достаточно. Я тебя люблю, солнышко.